рассматривать этот инцидент можно не иначе, как... Я хочу, чтобы вы услышали крик моей души сейчас, чтобы вы увидели слезы, чтобы вы увидели, как мне тяжело сейчас, тяжело воспринимать эту абсурдную ситуацию. Да, вы знаете, что 17 августа 2020 года мы вынуждены были уехать из нашей страны. Вот мы приняли такое непростое решение. Вот, ну, в первую очередь по причине того, что понимали, что это может, мы являемся как бы мишенью, ну, которая может повредить нашему сыну. Вот, то есть через нас государство могло воздействовать на нашего сына. Вот, и такие прямые угрозы тоже были, да. Во-первых, мы замечали неоднократно людей, дежуривших около нашего подъезда. Вот, я замечала нехарактерные щелчки на телефоне при разговоре по телефону. То есть я настояла, наверное, прослушка. Но я не специалист, я подчеркиваю, не могу это утверждать на 100%, но так было. Поэтому держись, сынок, держись. Мы тебя любим, и мы тебя вытащим. Это правдоподобно, что теж кончимо нашу конференцию про СОВО. Bardzo dziękujemy. Jeżeli Hey, NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.